Здравствуйте, драгоценные мои. Глаза и уши снова не подводят вас. Перед вами прохождение игры Darksiders 2. И слышите вы мой голос, голос любопытного геймера. Итак, в прошлой части мы поработили первого из троих бессмертных лордов. Теперь нас направляют ловить остальных. Ну, честно сказать, задача не была слишком сложной. Потому что в гробнице нас не ждало ничего сверхъестественного в плане врагов. Хотя появились танки впервые за время пребывания в мире мертвых. Огромные скелеты со щитами. Респект им за приятно проведенное время. Да, хорошая наколка для тех, кто... Для тех скелетов, которые решают сделать мощный удар. Ну что, никаких секретов на краю пропасти. Печально. Да, не всем скелетам одинаково везет в этой загробной жизни. Каким-то достается бесславная. Да что ж такое, что ж я делаю? Как снять это прицеливание, это ёлки-палки. Ой, вот тяжело быть идиотом-то, а? А может быть, дело просто в не самом удачном управлении. Кто его знает? Так, ну давай, родной, помоги мне. Помоги мне открыть эту дверь. Ну? Я повинуюсь. Ты, конечно, повинуешься, куда ты денешься? А, это еще что такое? Что-то любопытное. А, это граница. Ну давай, лети. Ах, елок. Знаете? Точно. Это граница, за которой товарищ призрак благополучно отвалит. Так, ну. Что-то я прямо чувствую, что здесь что-то любопытное меня ждет. Ну да. Так и есть сундучок. Пусть даже в нем ничего особенного. Ага. А вот здесь вот просто прямая дорога. Самое очевидное. Что это там такое произошло? Так, ну вот и свиток судьи душ очередной. Там, кстати, поблизости уже намечается лабиринт судьи душ. Это весьма любопытно. Возможно, в ближайшей части прохождения удастся его навестить. Или удастся, или придется. Одно из двух. Так. Что у нас здесь? Говорит нам карта. А, лабиринт судьи душ как раз вот налево. Но мы пойдем. Пока уж соберем всех этих несчастных лордов, которых нам предстоит поработить. Так, уже и бронированные скелеты разлетаются, как
Как старые швабры. Ну да. Вот там-то как раз и есть все интересное. А это что за постамент? Ну что, ничего интересного здесь, странно. Так, опять огромное пустое пространство. Не заполненные ничем, кроме бродячих скелетов. Ну что ж такое-то? Еще недавно им вполне хватало двух ударов. Теперь подавай три. Привередничайте, шельмы. О! Мне тут логичный вопрос задали недавно в обсуждении. Что же ты, говорят, дурила, не используешь эти монетки лодочника? Вот тут бог меня знает, почему не использую. Ну, а зачем? По большому счету. Ну, экономлю. Считайте, что экономлю. Еще не было ситуации, в которой бы они мне прям вот позарез были необходимы. Да что ж такое-то? Какой плотный. Это бронированный. Так, ну и что тут у нас? Так. О, что-то любопытное здесь. Только вот как туда забраться? Так, ну сначала обезопасим. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вроде как понял. Да. Ну попробуем с той стороны подойти. Что-то здесь такое. Да ничего здесь такого. Здесь сплошная ерунда и просто горстка несчастных мертвецов, которые вынуждены в своем посмертии развлекаться тем, что нападают на всех подряд. Я видел реликвию для овцы быка. Прекрасно. Я чувствую, что за какую-нибудь мне точно уже должны дать дополнительное очко навыков. И это прекрасно. Это радует. Это просто замечательно. Так, ну и что же дальше? Ничего. Пока ничего. Продолжаю карабкаться. Что-то тут такое прям намечается интересное. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не совсем меня хотят тут пускать. Мне-то вот как бы... ну ребят. Может... Что ж вы делаете-то, а, изверги? Тут же должно быть все просто. Просто вверх. Все, и никаких проблем. Ну вот здесь-то я проползаю. Здесь проползаю. И тут проползаю. А здесь что-то... А, во!
Ну и... Прекрасно. Добрался-таки до сундучка. Ну... Эх, как бы чё-то... Вон он. Это уже хорошо. Даже немножечко чайная ложечка, это уже хорошо, как говаривал Винни-Пух. Эть, эть, эть. Ну, ёлки-палки. Все не так просто, как хотелось бы, да? Просто-то оно никогда ничего не бывает. Что мы видим здесь? Телепорт. Там... Там еще что-то хитрое. Ну и ладно. Не будем ломать голову. Отправимся дальше. В гробницу вершителя. Я правильно прочитал? Гробница вершителя. Что-то это отдает Максом Фраем, если честно. Если, конечно, кто-то читал. Ну, то есть кто-то-то читал. Ну вот читали ли вы, неизвестно мне. Ну что же такое-то? Откройся обратно, Сим-Сим, упрямый. Так. Ну и кто нас ждет здесь? Видимо, вершитель — это вот дядька с глефой. Будем морально готовиться к тому, что этой глефой нам и будут тыкать копчик. Да вот что-то говорите. Используйте отлучение в круге. Да хоть в квадрате. Отлучение в квадрате. Тоже ничего себе развлечений. Ну пойдем со мной, дядя. Давай. Как хочешь. Да, хочу, хочу. Не удивляйся. Действительно, как хочу. Вуаля. Дверь открыта. Ну, то есть ты далеко-то не уходи. Может, тут сейчас драка будет? Если вы не в курсе, этот дядя помогает во время драк. Такой вот он любезный. А, ну вот, все. Граница. Здесь он исчезнет. Так, что мы здесь видим? Какой-то пазл. Ага. Очередной намек на наличие свитка судьи душ. А тут, судя по всему, лестница вниз. На нижний этаж. Так. И мне нужно где-то найти круг призывания. Только вот где мне его найти? Скорее всего, я уже своими гляделками проморгал его где-то. Он был где-то поблизости наверняка. Нет, есть. Вот он. Вот он, родимый. Ох ты. О, скелет демона. Ну, чудно. Ух как. Интересно, они превращаются после смерти или мне показалось? Ну иди сюда, хитрый. И это что, все? Ну боже мой, а? Как это все? Да? Ну давай, жми, бесстрашный.
И... О, как. Ну-ка, иди. Жмакни кнопочку. О, как. Угу. Нет, это все, конечно, прелестно. И очень-очень трогательно, но... Нет, дорогой мой. Иди-ка сюда. Для начала мне нужно... А! Что? Тут все очень просто. Если, конечно, вы не хотите сундук. А я хочу сундук. То есть вы как хотите. А я его добуду. Я уже, собственно, знаю, как его добыть. Ну, в любом случае, я правильно сделал, что отозвал товарища-призрака. Ну, куда ты побежал-то? Давай за мной, дуй. Оборванец. Ну. Давай. Как хочешь. Да, хочу. Что произошло? Что-то ничего не произошло. Эй. А, вон в чем дело. Похоже, здесь можно только с двумя. Ну ладно. На обратном пути, когда у меня уже будет два лорда в подчинении, я, конечно же, зацапаю эти сундуки. Ну а пока... Как прикажешь. Дуй вот к этой штуке. И я на месте. Я уже совсем разобрался, а они мне тут еще что-то объясняют. Ух ты. Прям кругом крутая глефа. А я с чем хожу, оборванец такой? О! Ух ты. А у меня еще одно очко умения осталось, оказывается. Так, ну и что бы мне взять, что бы мне взять, что бы мне взять... Давай, ну-ка я. Огонь. Отомри. Видел я этот свиточек. И пойду-ка я дальше. Ну-с. О, нарисовался. Хрен сотрешь. У меня нет времени на таких, как ты, всадник. Я выслушиваю просьбы мертвых, а не проклятых. А как насчет просьбы твоего повелителя? Я служу ему даже сейчас, несмотря на то, что он наградил меня за службу вечными муками. Ты покинул вечный трон. Здесь тоже есть потерянные души, которые хотят предстать перед судом и отправиться в город мертвых. Я слышу, как по коридорам бродят три неприкаянные души. Найди их и приведи ко мне. После того, как я очищу их от прошлого, то выслушаю просьбу костяного владыки. Зачем нужно выслушивать просьбы умерших? Для того, чтобы душа могла попасть в город мертвых, ее тайны должны быть раскрыты, а жизнь оценена. Все дело в прощении. Без него душа будет слепо и бесцельно бродить по этому миру. Ух ты, нам попался какой-то добрый, благородный вершитель. То есть этому, судя по всему, нужно не просто начистить рыло, а уговорить его и дать ему то, что он хочет. То есть не в репу. Не устаю это делать и, наверное, никогда не устану.
Так. Надеюсь, тут я ничего не... А, о. Злобный я, злобный. Ну, дайте мне драку. О! Это что-то новое. О, какая прелесть. И это хорошо. Ну. Насколько ты крутой на самом деле? Эх. Нет в жизни счастья. Тоже оказался не больно плотный, хотя выдержал довольно много ударов. Так что... Ну а ты чё тут? Это чё такое? Это что, протест? Голодовка или что? Зоопарк какой-то. Так, ну что тут? Можно ли вызвать моего... бессмертного кореша? Я повинуюсь. Конечно, ты повинуешься. А куда ж ты денешься? Давай, работай на меня. Так. Ага, во. Как-то ты долго туда добирался. Ну, я хочу сказать, долго для привидения. Итак. Там закрытая дверь. А здесь сундук. Ребят, здесь сундук. Я хочу сундук. Ну, то есть не то, чтобы хочу, а очень хочу. И вообще жадный. Жадный. Ой, прям сил нет, какой я жадный. А это что за... Что еще за демонстрация? Так. Да. Но, судя по всему, здесь не получится поднять ворота, потому что здесь порча. Да. Так, а вот там зато виднеется... Эх, что, не достану? Ха-ха! О, какая хитрость! Обратите внимание, называется. Сделано в Германии. Ведь притягивать себя можно. Помимо того, что... кидать что-то и хватать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Досадно. Да все уже, хватит этой... Хватит уже этого детского сада. Разлетелись на кусочки в ужасе. Так, а для чего мне нужен этот фонарь? А, фонарь мне нужен... А, ну да, тут же есть. Вот, вот. Тут есть красавец, которому можно на руку повесить эту фигню. Тоже квест не самый простой. Ну, просто догадался случайно, можно сказать. Ну и чего ради? Все эти пляски с бубном. Ради очередной тужурки. А, ну нет, собственно, все равно надо было этот квест решать как-то. Давай. Так, и теперь.
Ну-ка, полетел, воронок. Молодец. Молодец, хвалю. Так, здесь больше ничего нет, интересного нет. Едем дальше. Но все равно ты рассосался. Ага, это вот пробегаем над тем самым залом, где я бил этого чувака с кувшином. А тут есть сундук. Ух ты. Это интересно, что кислота? Или все-таки вода? Ну вот и проверили. Не кислота. А реликвия здесь все-таки есть. Так, но что же дальше? Что же дальше? Нет, серьезно. Пока я что-то не улавливаю. А! Ну да. Лестницы, они для дураков. А для настоящих мужиков вот стены. И эх. Эй-эй-эй-эй, хватайся, хватайся. Очень неплохо. Повезло, что я здесь очутился. Эрик, слушайте-ка. И тут вот сундук. Во как. О. Прекрасно все сложилось. Собрал я все, что нужно. Ну, пожертвовал, разве что вот немного временем. Давай. Не-не-не-не-не, уже на нас... Нас этим не проведешь. Так. Что ж там? Ну, это ты, неприкаянная душа. Давай. Ну, а драк-то будет? Конечно, ну конечно. Прекрасно. Ох ты, ох ты. Не просто драка. А драка сразу с кучей противников. Держи, дорогой. Эх, ну что ж такое-то? Даже вот скелеты с булавами. Раз. И нет хулигана. И кончился дядька Сурный. А куда нам теперь надо прыгнуть, чтобы так побыстрее и прям в точку? Ну? Подскажите мне кто-нибудь. Ладно, сюда. И какой я дьявольский точный. Так, ну чтобы тут не петлять. Здесь специально для нас пролом сделан. О-о-о! Гостечки дорогие. Ну, в смысле, гость-то тут я, но... Бежим, бежим. Отдавать первую душу, чтобы он нас пустил в следующий лабиринт. Ну, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Прошу прощения, затупил. Надо было мне не сюда бежать, а очень даже отсюда. Вот туда вот.
попутал. Возможно, даже бес попутал. Ну, появись. Суд придет. Да. Люди вечно не боятся. Узри свою жизнь. Надо думать, теперь он узрел свою жизнь. Ну ладно, ладно. Узрел так узрел. Мне на нее зреть ни к чему. Мне на нее, можно сказать, назреть. Так, к черту скелетов. Пусть себе сидят в своих клетках. Ну, ну. Что-то большое. Я знаю, что-то большое. И толстая. Угу. Прекрасно. Ну что, арава друзей Спанч Боба. Пришло время умирать. Какой настырный, да? Видали, да? Прям так. Вот вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что меня хотят убить. Вам не кажется? Я прям так подозреваю, что у кого-то здесь явно недобрый умысел. Не знаю, почему я это решил. Ну что ж ты делаешь-то, а? Что ж ты со мной делаешь-то, негодяй? Так. Ну что, все? О! Ох ты, какая прелесть! Не то чтобы я был фанатом таких толстых, жирных вурдалаков. Но перспектива хорошей драки меня только вдохновляет. Какой? Видали, да? Ну-ка. Ну что ж такое? Все, все, хватит. Мучитель отмучился. Нет, ну мощный дядя. Тут даже я спорить не стану. Дядя, дядя неплох. О! Полезно, полезно шарить по углам. Тут и там, тут и там. Угу. Что-то здесь нет ничего. Ага. Там, значит, дальше можно топать. Но мы пока еще не закончили. Тут же есть ящики, тут же есть еще... ниши. Вообще, где-то тут даже сундук был. Вот он. Рукавицы. Ладно, идем за ключом. Ключ-то ведь тоже просто так не дадут. Никто не подойдет и скажет: слушай, смерть, мы знаем о твоих проблемах. Мы знаем, что тебе тут столько ситуаций нужно разруливать. Возьми ключ просто так, чтобы ты не бегал лишние полчаса по этим уровням. Ну, возьми ключ. Тебе пригодится, мы знаем. Нет, такого не будет. Так, и что нам это даст? О, о, о. Ну, хорошо. А-а-а, понятно.
Ну, конечно, я не забуду обшарить сундук. Фиолетовая секира. Но хреновая. Но фиолетовая. Где логика? Тут был синий шмот покруче. Ай. О. Нет, этот фокус я уже знаю. Давай уже. Расколдуйся. О. Еще одна страничка. Отрадно. Так. Там, конечно же, копья. Ну, что нам копья? Убьют один раз, оживем. Убьют второй раз, обидимся. Оживем. И набьем морду обидчику. Так. Ну. Замечательно. Ладно, что тут мудрить-то? Нам ясно показали, что вперед. Ой, я вас и не заметил, ребят. Вы такие скромные. Такие ненавязчивые, такие неназойливые. Вас почти не видно. Вот так вот раз, и вас теперь не то что почти, а вообще. Что-то у меня залипает мощный удар вторым оружием. Ну? Кто здесь хочет нас обижать? А, очередной дурил с булавой. Поодиночке они вообще не страшны. А эти вдвоем не страшны. Да блин, кто тут вообще меня пугать собрался? А, что это я? Сундук? Ну? Глефа. Электрическая, между прочим. Так, ну что? Как-то вяло. Может, сейчас нападут? Но мучителя-то здесь ждать не стоит. О! Это я удачно зашел. Так, стоп. Да, оригинально. Нет. Так, я оценил вашу шутку юмора. Но мне что-то перестало быть смешно. Блин, ребят. Ну что за тупняк? О, ну сами подумайте. Я, главное, его вижу. А, ну вот так, что ли? Не, ну вы представьте, а? Какие-то фиговые у них шутки. А-а-а, вот это где. Ладно, надо будет запомнить, что в том месте, где нужно было с двумя лордами зайти за сундуком, теперь еще нужно... посмотреть вверх. Ух ты! А вот это уже интереснее. А,
намного интереснее. Ать. Сюда у нас, значит, красивый сундук. Фиолетовые косы. А сюда у нас, значит, реликвия. Ох, и хитрые. Ох, и хитрые. Ребята. Так, ну а здесь-то что? Ну. Чтобы было веселее. Ладно. Итак, ага. Теперь мы можем открыть дверь ключом. Ну, тут нас уже ждут, конечно, какая прелесть. Ну, еще желающие есть? Нет. Больше желающих нет. Тем лучше. Никто не мешает. Идем дальше. Опять вода. Они никогда не устанут это делать. А я никогда не устану плавать. Тем более, что здесь обязательно будет что-нибудь полезное. Так. И я уже вижу, что там меня ждет что-то. Возможно, это реликвия. Нет, это намного лучше. Это страница книги мертвых. Ух. Черт его знает, что я сейчас сделал, но это было круто. Но помимо того, что это было круто, это было непонятно зачем. Блин. Интереснее, все интереснее и интереснее становится акробатика. Так, ну, вот и наша. Ну, то есть не наша. Ну, необходимая нам душа. О! Ходок. Судя по всему, мертвый. Это интересно. Какие все деловые, а? Вот так вот. Пока ты в воздухе, я тебя и уделаю. Так. Что, неужели? Впервые за долгое время что-то толковое. Надо будет, знаете ли, заглянуть в конце концов уже к этому торговцу, посмотреть, что у него тут там предлагают. Ой. Сложно, сложно выбирать.
А что, 16 уровень мне еще до того, чтобы можно было взять скипетр незложенного короля, еще полным-полно времени. Ну, наденем. Так, а что у нас там с косами? Это у меня были какие-то одержимые даже есть. А что, кстати, почему бы нам их не попробовать прокачать? Начнем с чего-нибудь простенького. Так. Ярость за критические, ярость за убийство. Опять-таки сложный выбор. Ну давайте за критический. С боссами это удобнее, чем за убийство. Так. Продолжаем разговор. Так, магия, урон, шок, здоровье за критический, ярость за критический. Что ж, все тут так вот как-то сложновато-то. Ну, пусть будет урон. Хотя что-то заднее мне подсказывает, что не особо хорошее получится оружие. Ну, пусть будет критический урон. Так, защита, магия, критический урон, ярость. Да что ж такое-то? Во, шанс критического удара. Ну и что мне с ними делать? Так-то ведь они хуже. Хуже. Продам. Так-с, что тут у нас? Куда нам? Ну, конечно, сюда. Ну, открой сундук-то. Ленивец. А. Что были перчатки какие-то. Шипы, опыт. Золото. Ну и в чем разница? И это все лирика. Это все не то, что мне нужно. Нужно больше денег. Лучше я продам чего-нибудь ненужное. Куплю что-нибудь еще более ненужное. Шутка. Так, ну все, мужик. Давай. Давай третью душу и... И мы договорились. Вечно не бояться. Узри свою жизнь. Мне вот интересно, а он в это место пришел работать, освобождать какие-то там души? Какого черта он здесь стоит? Нет, ну правда. Он пришел
в этот непонятный замок с целью найти три души. И что это, проблема? Он ждал кого-то, кто ему это поможет сделать. Все тут строят глазки и говорят, что мы, мол, тебя не ждали, всадник. Твое появление для нас — это такая неожиданность. И чего он тогда ждал? Здесь стоял. Да, конечно, ты повинуешься. Что? Ой, ой. Не говорите мне, что сейчас вы меня будете пугать этим придурком. Страшно, аж жуть. Да. Нет, ну правда, чё, это мы уже видели. Не конкурент. Так. Первый, второй. А мы сейчас на каком? Логично, на первом. Поехали на второй. Бубух. Дальше нас не пускает порча. Ага, а бомбочки вон там. Так, ну давай, дорогой друг. Ага. Замечательно. Ты, пожалуйста, встань здесь. Встань, говорю, здесь. Бестолочь, блин. О. Так. Так. Что же мне... Что же делать? Как мне быть... Давай-ка дуй туда. Вроде более-менее понятно. Так, так. Туда я... Там я далеко не добегу. А вот здесь добегу. Так, ну где эта гадость? Баба! Конечно. Ну и дальше-то нас... Больше-то идти некуда, да? Ну. А, собственно, дальше-то и не надо. Пропал этот чувачок наш, рассосался. Опять вода. Ну, конечно, давайте под воду. И что мы тут находим? Находим здесь монетку лодочника. В принципе, ясен. Где вода? Там что-нибудь любопытное. Так. Нет, ребят, меня так не проведешь. Страница смерти. Прекрасно. Сколько уже? 6. Осталось 4. Интересно, найду ли все. О, ну тут-то. Ну тут-то сейчас будет мега-драка. Давайте, монстры, я в вас верю. Угу. Ого.
Это уж прямо похоже. Я думал, это будет какой-то гигантский скелет, вроде как в Mass Effect во втором. Ну понятно. Его. У него не особенно большой запас жизней. Но он постоянно будет нас отвлекать, вызывая скелетов. Это такой серьезный дядя, как этот вершитель. Неужели он не мог справиться с такой мелюзгой? Или только смерти подвластно разбивать скелеты. А у него, может быть... Может быть, он гуманист, слушайте. И оп. Ну, осталось, я так понимаю, не слишком много. Ну-ка, ребята, поплотнее. Ап. Готов. Вот чёрт. Нет, это было... Не так-то просто. Ну, значит, драться, по крайней мере, не придется с этим вершителем. Ну все, дорогой, ты попал. Шмоточки, это хорошо. Так, почему-то мне казалось, что я слышу здесь точно. Эти камни, они издают звук специфический. Специфический звук. Ну, поплыли, в смысле, поехали на первый, обратно. Ну, драка была интересная. Этой баталией я доволен. Осталось передать последнюю метущуюся душу в руки вершителя. Надеюсь, он сдержит свой уговор. Придет. Люди вечно не боятся. Узри свою жизнь. Мы закончили. Твой повелитель ждет тебя. Я его вечный слуга. Ты сошел не на той остановке, Нефилим. Возможно, ты всадник, но я повелитель мертвых.
Твой король призывает тебя. Этот мир теперь принадлежит порче. Ничто живое не может противостоять ей. Ты недооцениваешь меня. Тебя не защищает сила печати. Ты не переживешь даже самое легкое испытание в нашем мире. Я победил чемпиона арены. Это всего лишь игра, блядный всадник. Есть и другие испытания, предназначенные для наказания. Поговори с голосом Золотой Арены. Спроси о Псикамероне. Если ты выживешь, мы поговорим снова. Какой, черт возьми, наглый этот третий. Но, собственно, речь не о нем. Так, я помню, что здесь надо вот эту штуку выбить. Так. Теперь-то мы можем вызвать двух чертей. В смысле, двух бессмертных лордов. Это нам о чем говорит? Это нам говорит о том, что здесь мы можем нажать сразу два выключателя, чтобы добраться до этих замечательных сундуков. Один сюда. Другой сюда. Прекрасно. Неплохо. Тоже сойдет. Так, ну и, собственно, возвращаясь. Вновь в Вечный Трон. Мы завершаем нынешний выпуск очередной. Поэтому хочу, как обычно, предложить вам оценивать видео, поставить лайки, может быть, даже два, если сможете. Но вы вряд ли захотите это сделать. Так вот, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте. И комментируйте, не забывайте комментировать. А на этой ноте мы с вами прощаемся. До следующего выпуска. Пока.